Здравствуйте всем! Мы опять на новой заброшке. Мы вам сегодня покажем вторую заброшку. Так, короче, мы ехали в гости. И тут заметили заброшку. Решили зайти вам, показать, что вообще тут как. Бычка пугает. Смотрите, бычок. Ой, а ты в красном. Так, я в красном. Тут бык. Я как знала, что тут будет бык, я одела красный, чтобы побегать от него. Короче, смотрите. Заброшка. Так. Ну, а что тут было? Что-то черное все. Тут черный, смотрите. Юр, иди вперед, чтобы не так страху было. Смотрите, тут, похоже, был пожар, все черное. Ну, это первое похоже, здание. Это было, кочегарка. Может быть, и кочегарка. Вот это первое здание. У нас еще там есть пару зданий. Тут ничего такого-то больно нет. Пожар. Ой, солнышко. Мне сейчас придется проходить около быка, а я вся в красном. Ну, короче, как всегда я. В какую сторону идем? Вот ласточка. А я в красном. Вообще. По дороге пойдем. Вообще по дороге. Волнуюсь. Нервничаю из-за тебя. А, я так ядовито красной рубашки. Потом увидите. Смотри, как смотрится на машку. А, смотрите. Он так и хочет побежать за мной, но он завязан. Мы пройдем подальше от него. Чтобы меня, со мной ничего не случилось, короче. Посмотрите, песочек. Топа. Вот смотрите, вот это здание. Мы как раз здесь были только что. Вот еще один там бычок, там не видно. Короче, в какое здание сейчас мы идем? Вот рабочий, там машина. О, машина, прикиньте, машина. Походу. Как мне интересно. Такая же. А я вот эту машину знаю. Жигули. Шестерка. Да, пацан на улице выходит на ней. Я такая вся красивая. Как тебя покажу. Красивая сегодня. Посмотри, красивая. Да. Сумасшедшая! Так, куда пойдем? Да не знаю. Это, оказывается, рабочая все. Да, вот только заброшка. А там есть, в принципе, заброшка, но туда не дойдем, наверное. Там сзади как же этого. Да? Люди, вы чувствуете, что скорпионы собирают? Я не чувствую. Да, яблоко попробуем. Может, хоть яблоко попробуем. Вот не представляю, люди. Тоже организация была. Вот прямо тут рядом телефонная вышка. Без понятия. Да, я тоже попробую. Давай. Галстук не вымытый. Ну ладно, попробуем. Надо еще набрать? Обалденно, да? Да. Вкусно! Яблочки.
работа. Знаешь, он еще рабочий. Просто он может арендует. Получилось, у нас сегодня заброшка. Ну там еще. Обалдела. Вышка, да? Угу, заброшка. Нет. Нет? А. Рабочая? Угу. Это рабочая. Тель-2? Это тель-2. А это МТС? Не знаю, что. Может вообще просто. Пока, бучара. Ну что, друзья, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пока-пока, ждите следующего видео, кейтеры.